Добрый день, мы получили вторую посылку от DoLife, сейчас будем распаковывать. Поехали. Так, мы заказали стандартные продукты. Коллаген у нас должен быть в этой посылке. И несколько товаров из серии Purif. Вот такие вот коробочки. Сейчас мы распакуем, но для начала хотелось бы посмотреть на коллаген. Так, все запечатано. Все сделано очень качественно. Разбить, я думаю, нереально. Так, любимый женщинами коллаген. Так, две бутылочки коллагена у нас. Здесь у нас Borealis Pro. Это очень такой интересный продукт. Здесь у нас Proslimer. Proslimer нам положили один в подарок. Один мы заказали. В подарок положили Proslimer. Сейчас DoLife так компенсирует доставку. Доставка стоит порядка 50 злотых. Про кардиол. Также мы заказали прорелаксин, продукт, который нужен особенно женщинам. Мы заказали два прорелаксина. Так, у нас также простик. Этот продукт я заказал для себя. Простик — это очень нужная вещь для людей, у которых есть проблемы с суставами, с позвоночником. И, кстати, мы слушали Петра Кардаша, очень хороший продукт даже для деток, для организма, который развивается. И прохолтерол — это для нормализации холестерина в крови. Вот, собственно, вот такая вот посылочка. Первую мы распаковали. Так, поехали распаковывать Purif. В отдельных коробках вот такой вот дозатор. Вот такой дозатор. Я так понимаю, что сюда нужно просто разбавить водой. И вот, собственно, сам продукт. Небольшой такой довольно-таки. Здесь есть удобный, вернее, это бутылка для распыления. Вот здесь вот такой удобный дозатор. Я знаю, что когда ты его разбавляешь водой, то он хранится 30 дней. Потому что это полностью органическое средство. И, как и любая органика, она имеет свойство портиться. Нам в подарочек положили вот такие вот флаеры. Сегодня мы их раздадим на презентации. Сегодня у нас презентация в Днепре. Вот. Классно. Так, смотрим дальше. У нас другая формула дальше. Оп. Да. Вот. Ну, такая же бутылка, понятно. Также в подарочек много флаеров. И другая формула. Формула D. Итак, у нас две формулы. Формула D и формула C. Формула D — это для тканей, ковров, обивочных материалов разных. Я знаю, что многие люди используют в машине. И формула C — это для различных твердых поверхностей, которые контактируют с пищевыми продуктами. Это полностью органика, которая биоразлагаема. И, конечно, мы это все дело испытаем. И обязательно выложим короткие ролики с результатами. Вот, собственно, вот такие вот посылочки. Это наш второй заказ DoLife. Мы уже некоторые продукты попробовали. Обязательно запишем для вас отзывы. До скорых встреч. С вами был Сергей Мартынец. Пока.